Дорогие друзья, сейчас всех, как говорится, чувствительных слишком людей, я бы попросила отойти от наших экранов, потому что я буду показывать довольно такое, возможно, шокирующее упражнение, которое тоже очень помогает нам, когда мы работаем голосом, когда мы разогреваем голос, или когда мы в нездоровом состоянии работаем голосом, либо когда у нас пересыхает, опять же таки. Упражнение это такое. Нужно вытянуть язык максимально, максимально, как вы только можете, и тянуть его какое-то время. Выглядит это примерно так. Можно дольше потянуть, чтобы язык как можно ниже, вот прямо, чтобы там вот все натянулось, прям гортань так растянулась, да, стала более эластичной, для того, чтобы гортань становилась более эластичной. Подготавливаем к работе таким образом. Особенно после перерыва очень хорошо это упражнение. Кстати говоря, если начинается какое-то заболевание там простудное, очень хорошо просто делать это упражнение для кровоснабжения слизистой нашей. Оно помогает регенерации, оно помогает иногда даже остановить заболевание. То есть, ну, улучшается кровоснабжение нашего аппарата, и таким образом это помогает. Вот такое вот упражнение немножко шокирующее, но надеюсь, что оно вам поможет. С вами была Мария Липинская. До наших новых видео встреч!